Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Давайте с вами сейчас разберем тему, сколько же стоит дебетовая карта от Сбербанка. Сейчас у Сбербанка очень поменялись банковские карты, какие-то ушли уже в архив, и по большей степени сейчас на оформление предоставляются новые банковские карты. Увидеть проще и быстрее, допустим, через личный кабинет. Там можно просмотреть и сразу, как банковская карта выглядит, и сколько будет стоить ее обслуживание. Поэтому давайте перейдем в личный кабинет и посмотрим. Переходим в личный кабинет Сбербанк онлайн. Можно это сделать и через сайт Сбербанка. Нажимаем здесь на плюсик, выбираем дебетовую карту и смотрим карты, которые нам предоставляются. Первая и самая популярная — это Сберкарта. Она идет как Мир, Виза и Мастеркард. Вот Мастеркард. Обслуживание у нас написано 0 рублей при покупках от 5000 в месяц. Далее карта Сберкарта у нас Виза. Обслуживание 0 рублей при покупках от 5000 рублей. И карта МИР. Обслуживание у нас бесплатно при получении пенсии и пособий, либо же стипендий на данную карту. Далее, что у нас еще есть из банковских карт? Да, это цифровая Сберкарта, которая идет без пластика. Обслуживание 0 рублей также при покупках от 5000 в месяц. То есть, если не тратить, то придется платить за обслуживание. Так, что у нас дальше? Сберкарта для пособий и пенсии. Вот она, карта МИР наша, да? Обслуживание 0 рублей при получении пенсии, пособий или стипендий на данную карту. Также есть карта Сберкарта Travel. 200 рублей в месяц. Так, теперь детские карты у нас есть. Это карта Сберкидс для детей от 6 до 13 лет. Здесь она привязывается к родительской карте, поэтому обслуживание бесплатное. И есть виза в нескольких дизайнах. Так, дальше смотрим. У нас карта Аэрофлот. Если премиальная карта, то 12 тысяч рублей в год. Если карта Аэрофлот Gold, то 3500 рублей в год. Далее у нас есть карта «Подари жизнь». Она стоит 1000 рублей в первый год и потом 450 рублей в год. И есть несколько дизайнов. Плюс еще меняется и карта сама. Здесь обычная у нас первая, вторая у нас идет золотая карта, соответственно, здесь стоимость и подороже. 4000 рублей первый год и потом 3000 рублей в год. И премиальная карта «Подари жизнь» — 15000 рублей первый год и потом 10000 рублей в год. И что у нас осталось? Цифровая карта, виртуальная. У нее идет бесплатное обслуживание. Это все дебетовые карты, которые есть сейчас у Сбербанка. Поэтому все зависит от того, сколько вы будете расходовать по банковской карте. Ту карту и можно выбирать. Она будет для вас тогда самая выгодная. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты. Вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал, и всем до новых встреч. Пока-пока!